Всем привет! Сегодня бритье такой бритвой Джозеф Эллиот. Celebrated. Бритва Клин. Такую интересную форму имеет. Вот сверху она вроде как ровная, а снизу улыбка. Вот, очень удобная и, пожалуй, одна из моих любимых бритв. Вот, мне показалась очень здесь такая интересная сталь. Она мне показалась достаточно твердой, но очень хорошо, хороша в бритье. Бритва Джозеф Эллиот. Ну и как всегда, прораса при шее, табак, мыло, омега, кабанчик. Так, автошейф прорасом.
Так, Джозеф Элливот, великолепнейшее мягкое бритье, чистенько, нормально. Единственное, вот здесь вот меня что-то не нравится, что я постоянно цепляюсь здесь. Не так сильно здесь даже проходит, это буквально там несколько минут. Вот, но вот здесь вот как-то у меня цепляется. Вот, а бритва великолепная. Мягко, чисто, гладко, все, без проблем. Вот, здесь еще как бы продолжаются разговоры по поводу натягивать кожу, не натягивать. Ну, не знаю, что тут спорить. Каждому, в общем, как удобнее, так он и бреется, так, наверное. Ну все, всем пока, до новых встреч.